Блок управления аквариумом. Этот блок у меня проработал уже более 5 лет. Здесь подключается вся высоковольтная часть, подается питание, также управление компрессором, фильтром, обогревателем и светом. Здесь подключается низковольтная часть, управление светодиодными лампами, красный, зеленый, синий канал и белый, и плюс управление кормушкой. Это провод USB для перепрошивки Arduino, чтобы не разбирать блок. Здесь подключаются датчики. Вот как они выглядят. Здесь датчик температуры воздуха. Это датчик температуры воды в аквариуме. Датчик освещенности. ИК-датчик, чтобы можно было управлять пультом. Подключаем ИК-датчик. Подключаем всю высоковольтную часть. Включаем. Управление РФ-пульт. Точно так же кнопками. Управление ИК. Можно подключать любые пульты. Здесь показывает, что на данный момент включен фильтр, компрессор, обогреватель. Свет не включен. Здесь 4 канала светодиодной подсветки. Белый, красный, зеленый, синий. Стрелочка вверх показывает то, что плавно увеличивается яркость. Это датчик освещенности, фоторезистор. От освещенности фоторезистора зависит заданная яркость в аквариуме. Показывает температуру внутри аквариума, температуру воздуха и температуру внутри блока управления. Показывает восход солнца, заход солнца, лунные сутки, продолжительность ночи и сколько осталось до восхода солнца. И если бы сейчас был день, точно так же бы в этой строчке показывает продолжительность дня и показал бы, сколько осталось до захода солнца. Этот режим показывает, в каком аквариуме и сколько раз рыбы кушали, и сколько им порций давалось. Этот режим показывает нажатую кнопку на пульте, и ее код точно так же на кнопках и РФ. Сейчас с этого режима выйдем. Показывает, сколько раз устройство перезагружалось. На данный момент оно перезагружалось 4 раза. Все перезагрузки были по причине отключения питания. Зафиксировало время и дату. Обнуляем. Выключаем. При загрузке показывает, что был сбой. Устройство 1 раз перезагружалось, и чтобы это наглядно было, и восклицательный знак. То, что устройство перезагружалось. Сейчас мы эту ошибку скинем. Вот. Показывает, что в выходной день, и он работает сейчас в режиме выходного дня. Также в нем есть демо-режим, и получается управление 3 каналами, красным, зеленым и синим, с перебором. И то есть довольно тоже очень симпатичный режим. Функций в нем заложено довольно много, и проще, скажем, сказать, чего в нем нету, и чем то, что в нем есть. Будут вопросы, задавайте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!